Че это она? Ну, чего она носима, все ходит, выглядает, собачья нянька. Так мне уж поднадоело. Пришлось такую историю сейчас про дамку закатить, и она умерела от страха. А я что-то сплю, сплю, сама прям не знаю, что сплю. О, жарище сегодня. Ой, ты кофе хочешь? Ой, я. Че это? А картошечки как горяченькой да с маслицем. Уж не заболела ли, есть не хочешь? Ночь встал, пачку пельменей схряпала. А, ну жить будешь тогда. О, говорят, диета. Какая тут, черт матерь, диета. Когда жрать все время охота. О, побегай. Станков-то вон 17 штук, смена. О, 4 года пятилетку на кефире не выполнишь. Вижу, вижу, уж давно вижу, что платье новое. Ну, покажешь демонстрация мод. Ах, красота. Во, у тебя фигурка, а? 15 лет не надо диет. Ой, у меня такого срода не бывало. Окей, Аня подарила, что лечит? Окей, Аня со вкусом. Ой, балуют они тебя. Тут комплектом все. Да уж, комплект. О, Аня тоже со вкусом. Все при ней вроде. И квартирка однокомнатная, и образование высшее. А с мужиком-то тоже не того. Ой, ну мужики нынче пошли. Прям мужи какие-то. Главное им ускользнуть бы. Оль, Боря-то не приходил? Вот Боря тоже. Боря, одна горя. Ой, вот, девки мои говорят. Сахару, говорит, ни-ни, говорит, ни кусочку. Где это? А как ни-ни-то, Оля, когда не сладко. Прям вот всю сахарницу слопала. А, сейчас булочку пожирнее маслицем намажем, и будет полный порядок. Ну, а что же, больно жирно, ты не мажешь, все ж таки не свое это. Ах ты, Господи, ты гляди-ка, новая хозяйка появилась. Дева, давай-ка. Что это тут расцвела прямо, как бутон? Ты фигуру береги. А, ладно, ладно, по своим-то хоть скучаешь? Пишешь им? Ага, я знаешь, скучаю, по сестричкам-братику. Ой, Симка, ведь смотри, я тут вон ведь как сыр в масле катаюсь, а они-то там ведь мало-мало меньше. Да ладно. Да ты чего, я знаешь, сейчас вот как в чем стою, я бы отъехала. Но я как основное вспомню меня. Во, а? Да проживут они там без тебя, не волнуйся, ты об себе подумай. В наше время ведь не рискнешь, прокиснешь. Да вот мало-мало. Ой, я вон один позапрошлом годе. В город Мурманск звал. Ой, говорит, брось ты свою однокомнатную к чертовой матери. Чего, говорит, ты здесь прилипла? Бери, говорит, паспорт в руки. И айда, в чем есть. Ой, Оля, как айда-то? Когда я вон только-только софу свою зеленую выкупила, пол во всей квартире отсклевала, а девки мои, куда я без них одна-то? Ой. Ну, он, правда, выпендрёж, конечно, был. И знакомства нашего 2 дня, не больше. Зато сижу вот теперь одна, сплю, как дура на софе. А ты вот молоденькая. Скажи, не побоялась? Я? Ой, да что ты, Симка. А у меня так ведь темно все, ага. Я это, правда, как вспомню тогда-то. Так все темно. Какие-то люди что-то бегут, встреч кричат, какой-то машинист подбежал или кто, так меня в подых, как ударил у меня тут комок. А потом он подошел, вот так вот из земли поднял, и вот, ну, вроде как, знаешь, так вот всех людей, ну, вроде как, вот отчок! И меня так за руку взял, вел. Ой, и такая рука здесь горячая. Вот как все одно, бог какой. Вот. Чего ты, не вспоминай. Давно это было, все прошло, сейчас все хорошо. Ну, значит, судьба у тебя такая. Вот их держаться. Они хорошие, добрые. Слышь, и он, и Зоя. Ой, чего это говоришь-то? Недобрые, а таких людей, как они, я сроду не видала. Я для них, знаешь, как вот... Вот ты все, что хочешь, так стараюсь, и правда, но они только духарные тоже бывают. Слышь, говорит, Оля, а ты, говорит, это читала? Я говорю, ага. А это, говорит, ты, Оля, читала ли? Вот.
Я и говорю, ага. А что я читал-то когда, да? Что я когда видал-то, ой. А по музеям ходим, красота какая. Ой, Серафима, не в каждом тоже. Знаешь, в одно заходим. Название такое, что у него это, ну, позабываю, как называется. Так заходим, а вот эти, которые стоят-то, видите, белые-то, ага. статуи. Так они голые. Здесь, это, ой, я не могу. Я такую увидела, как они в пальне стоят. Я напугалась. Тайга ты, ой, ты тундра серая. Точно, вот точное слово. Статуям-то им так и положено всю жизнь. Они голые ходят, и не хмот такая. И тут и там. Серафима, а я ж-то не видала никогда. Ну, знаешь, я же никогда это не читала, ничего. Вот, но знаешь, ой, чего, Серафима? Обучуся. Вот, знаешь, как в голове это все держу? Вот, запоминай, и старайся, и учись, да. Только об нем-то больно, не обмирай. Слышь, что говорю, любовь-то, она всегда все дело загубит. Ой, не люби, где живешь. Слышь? Чё ты? Чё ты обомлела-то? Я ж тебе по-хорошему. Я ж тебе по-свойски, по-соседски. Дева, ой, беды надел. Ой, дева. Ты, ой. Ты чего, Сима? Он! Мне ведь все одно, как лучше отца родного. Господи, они нам все потом лучше отца родного делаются. Ну что ты, окаменела-то, что ты? Вот этим-то ты себя выдаешь. Ой, дева, ой, беда с тобой. Ой, дева.